Я уже устал ходить, если честно. Сегодня знаешь, сколько у меня локов было в, ну, вот, в рейде? Вот это грулмайк, то, что собирал. Ты охуеешь. 7. 6 или 7? Это еще типа маги были, ханты были, блядь. ДК. Токен. И один токен такой упал. И я его занролил, блядь, тени. Я за кондером с анролом хожу. Вот 5 недель было. Ни разу. Сейчас 6-я будет. Мне он встретил. Слышишь, встретил, Атаха, это не твоя за эксцессовал, ФГ пишет. Нет. Нет. Ну, типа, что за приколы, типа, нахер мне вот это такое АФК, блядь, по полчаса. А кто АФКшит? Это Дима. А, может, Инет? Инет, уже все, 9 часов. И дает. Который, да, наверное? Ага, розовый. Да. Только ластик, он действует только на острове, если что. Ну, в рейде, который там есть. Там же прям написано. Не, он здесь действует. Действует? Да. Я костяну сейчас отдал сколько? 60 штук. Нет, нет. Сейчас не действует. Иногда действует. Конкретно сейчас не действует. Серьезно? Да. Когда как, нет. Не знаю почему. Короче, та тема типа, с обновлением каждый раз меняется. Выходит обнова, она начинает работать, потом они это фиксят, потом это опять типа выкатывают обнову. Гуру. Ну, типа, да. И... Все, он здесь. В прямом смысле слова, Дим? Добро пожаловать! Все, я на первой работе микрофон выключу, все равно тут никто ничего не слышит. Ну, кроме кастера. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Я понимаю, мы в 9 человек сидим. Почему бы не? Призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. А, давай, до Сноубольта, садитесь. Садитесь, пейте. Ластик в оппа войду, ластик в оппа войду. Вот, нету, блять. Сноубольта нету. Не знаю, что у вас. 5, обзор, что он сидит, ест. 3, я не знаю, что. 2, 1.
Раз на розе. Ворачивай. Рвота 5 секунд, готовься. Больше урона давай. Смотри, сам в лужу не отлети. Зольда, иди разморажись. Иди, Зольду разморозь. Разморажи, милит. Нормально, все, нормально, нормально. В центре появится, в центре появится. Вторая дальше чуть-чуть. Под щитом орды появится. Давайте. Милики, аккуратно там. Брызги 5 секунд пишу. Да, готов, есть еще макс закрут. Так, отворачивай, трейд. Маш. В другую стену упрись, ну блять, ты к нам КРТД развернул, ебаный рот. Ты про че вообще, я не понимаю? Тихо, что вы фудите? ДД, ренджу набери. Ну хилим, рейд, хилим, что почему на пол столба стоят, нет? Давайте, нам сейчас нам по максимуму сейчас появится второй бок. Ждите, я не знаю, там, третий приплод. Давайте, вот, нормально, лям остался, шо вы? Побыть. Рвота, прожмись. Да прожрался, ну что ты. Беспокоишься. Закат. Все, играем во следующем. Готов макрос. Ауру от льда поставьте. Зольда, скажешь, как откатится. Я по чьи торды есть еще бум отлетает. Зольда, скажешь, как сокра откатится. Есть она, есть. Има на лед, дайте. Има на лед. Есть она. Че он не дует, кончил. О, меня одного. С макросом и все равно. Ладно, готовимся сейчас отбегать. Никто не слакает. Мы его сейчас убьем. Убьем, да, это наш победный трай. От випа отошли право-лево. Тут нету, если что, хосты. Сука, не дай бог кто-то врежется. Парин. Бурстим. Бурстим. Откатилось, да? Да. Короче, дыхание будет, прожмешь. Если понял. Меня не заморозит, конечно. Понял. Поменяйтесь, у кого налет аура, если целый маг. Я взял. Дал. Мастер ау. Сейчас не надо было. Ну, мастер ау. Там двоих было, понял. Все равно, если массакра есть. Так, где? Через. На ком, на ком? Тыкните на карте, давай, блядь, показывай. Не вижу. На тебе. Нет. Отошли. Темы врезался, Дима. Бог, Дима. Чего вы не убираете? Темы врезался. Готов сокру. Че, еще два удара у него есть. Мы должны забрать эти два удара. Давай сокру. Ткань. Дал. Нормально. Так, это у него еще два удара. Фрост ауру освободил. На атахе, право-лево от него. Таха, ты там один, не дай бог прежде. Нормально. Пока он подойдет себе. Еще одна осталась. Да, там мы заберем. Сейчас ему процентов 20 оставим. У меня сейвов нет, если что. Ну, 23. Эма на лед. Ну, на хп ебать. Транквилу дал транквилу. Не дай бог сейчас кто-то врежется, это наш победный сайт. Так, на ком? Зольда, на Зольде. Он там один. Дима от него отбежит правой. Да. Зольда один там. Он чуть тотемы не врезался. ГЦ? Я видел, Дима, ну ладно, поможешь. Ты убрал их, когда он врезался. Типа, когда он рядом пробегал. Где всё, пояс мой? Ну а почему хуй не мой? Хуета, блять.
Охуеть. Да, потом разводим. А, отказывают это, да? Да, я сейчас себе скину. А мой пояс где? Хоть что-то, блядь, заебал. 5 драйв на одного босса. Ну, нормально. Для а первого. Сейчас, почехля. Сейчас великий чернокнижник Вилфред Гиппопаус. Давайте, никто не умирал, босса уже кто-то запустил. Ластик, ты как же в ДД тут, в одного танка? Да, как там встать? Слушай, вокруг босса это, во-первых, встали. Во-вторых, косты кикаем, атаха. Атаха. Самый быстрый палец на диком западе. Вокруг босса, разойдитесь. Вокруг босса, РДД, не стойте с одной стороны. Давай чекнем, я попробую, смогу или нет. Но если потом... душ успевать, то снимаю, если что, Дима попозже. Короче, тут отличие в том, что надо свищаться в ворота и в вулканы. Услышали? Дим, первого забанишь. И сразу свечайтесь в вулкан. Тут всем, абсолютно всем надо свечаться в вулкан. Ну и лишники, только не стойте за этим пламенем легиона. Ворота блядь. Тоже. Если мы не убиваем ворота, они будут стоять бесконечно. Не знал. Косты кикаем, рейнджу РДД держим, потому что тут очень больно будет бить эта херня. Я это слыхал, что там можно порталы станить. Лол. И типа не будет бабы? Мы с нашего ага. Репресса мы должны заливать. За стан мы не зальем за 5 секунд, есть такая листовка. И баб тоже надо заливать, потому что на вулкане они будут сало хилам давать. Лок, подойди, пожалуйста, поближе. Еще ближе. Зольда, стань на другую сторону. Ну видишь, ты с ДЦ на одной стороне. Стань. Я перебегу, я перебегу. Все. Мы двоих уже. А, хоть ты на кастах. ФПСим как на себя, давай. Ворота 5 секунд. Готовимся свечиться. Ворота, свечены есть ворота, 300к, давай. Убирай на себе. Ластик побежал, ластик убежал. Слим, ты ж первого банишь, что Олег. Бабу залейте, она сало будет хилам давать, когда не надо. Да, кстати, тут баба костыки, когда Джорса побежал. Баба костыки. Я забыл сказать. Там сало на 8 секунд. Да, хер с ним сало. Так, големы, готовься. Где голем? Если что, готов, Зольда нас закрыл. Где, свичнули. Давай. Вулкан, все свичнули, все вулкан. Красный кик, вот. Дал, Т4. Закрыл. Дал. Я подниму, если что-то. Да я начал Больда, свечиться беги. Вулкан, но не снял стаки, понял? Блять, сор, я захиливал. Ай, блять, да. Ну чё падать? Ну чё страшно? Блять, там бы баф сорвался, я засмотрелся и пизда. Чё, тогда я этот не свечусь пока. Они не банятся. Да. Не банятся? Ну, значит, нет, конечно. Они каждую неделю ломают, короче. Нет, не гонятся. Этот самый вулкан, вы постарайтесь быстрее залить, типа, не обращайте внимания на големов. Если их, типа, быстро, как первый портал вы залили, можно сделать так, что два всего лишь голема будет. Все, рыбу поставил, хавать. Сколько там? Никто не запускайте босса, а то он сейчас сразу побежит. Смотри, такое говно упало. С РПБ, типа, тихо стоит. Надо, ну, что вообще никому. Да. Хуйня. Не, ну давайте я хоть на себя одену что-нибудь. Не, почему я могу с хостой и с РПБ да. Фурику взять? Ну не да. Знаю, хоста зачем. А почему ты, я ты его... Крипать. Ладно, хавайте, давайте. Шараксуса не могу фокус взять. Потому что, я не знаю. Ты, короче, стаки снимаешь и потом только свечишь. Да-да-да, я понял. Я там чпокнула хорошо. Все, все готовы, иди готов ловись. Я сейчас запускаю, он сразу активируется. Готов. Давай, 3, 2, 1, запускаем. Нет!
Дамажит. Ну, типа нормально у нас с этим. Посвечен все нормально. Свечено здесь, ворота. Давай. Давай. Слима, прохильте. Не-не-не, бей. Крошкой нот побежал. Бабу забери. Играем в бабу. А, их две, заливаем бабу. С ДПСом плоховато, да, сейчас здесь? Там, ворот. Я не слышался. Ждал просто, пока стать его будет. А на этих, на воротах не будет. ЦСАЛа словил. Давайте баб отбили. Вот. Дима побежал. Это через босс. Не вот, забывай, вот, что у нас короче, теперь гера есть. На големах только я. Понял? Друида прохил. Свичнулись. Сокру давай. Да. Сокру. Атака, да. Что со стак? Ну зачем ты 4 войд? Зачем? Я ж не просил. Всегда на вулкан был. Да. Типа, по, я сокру. А ну до второго откатывает. Слим подбежал. Все, нормально, пережили уже. До второго откатывается. Нет, я понимаю, 2 сейва ушло сюда. По-моему, сейчас дальше понадобится резко. А тут файер здесь не надо поставить ауру, не? Надо. Сольда побежал. Сты прожимки отдаете вот на вулкан и на ворот. И на босс. Не знаю. Ворот свечный. Давай. Да не, беги, ой, не беги, бей. Или бабу. Класс. Ластик побежал. Так, что там по этому? 35 секунд. 35 секунд. Готов, если что. Сколько у тебя до прожили? Ну столько же примерно, 20 секунд. У меня 25 секунд для массы. Големы 10 секунд, вип побежал. Сам себя ДЦ прохил. Где големы? Не вижу големы. Атака, стаки пока не заберешь, не свечусь. Сейчас стаки должны быть. Свечно ведь голем? 8 секунд. Я скажу, когда прожимку. Кому скажу, сейчас все. ДК, давай прожим. ДК, давай прожим. Зольда, готов, я тебе скажу. Окей. Ластик побежал. Играем, голем. Блять, ластик, сука. Прохил, мага, прохил. Две нормальные в голову. Ага, прохильте. Иду. Давай, мастакру, давай. Сдал. Все, добиваем голема и убиваем босса. Никуда не свечимся, играем. Второй трай. Черри прохи. Тим. Все, запусти там сразу босс. Это сейчас долго будет. Вот это штанцы, ебать, я понимаю, хуйня. Штаники, блядь, ну такое. А трофей упал бы хотя бы, блядь, ебать. Хотя, нормально. Трофей только спасло. Да? Он бы там... Пиздул, я думал, так падает босс. А, ну ладно. Я забыл уже. Блять, я банку забыл арку купить. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов... Что там, Дима, что по кастам такое? Что по кастам на туре, блядь, нам больше выебался. Да нахуй тебе хосты, это дисплей стаков. Альянса
Стаки я сам забирал. Резко стан исправляешь. У меня же без затрат рун. Без затрат силы рун. Ну-ка, это, что там по танку ДКшнику надо что-то снимать или кровь просто включать, или что там, блядь? То я не помню. А паладин я просто щит менял. А, вся ткань. Летите, покупайте настойки на армор. Я в лесу, который забыл взять. Знал, что надо, но для... У меня есть, не летите никуда. Кому этот, настойки, обмен войду? А армор сбрасывает сапрот, да? Зелье несокрушимости. Нет, не сбрасывает. Зелье не сбрасывает. Это как припод. Да, а мне тогда две штучки. Так, Я хоть паладин. Двоим дал. Но... Сколько там? По 20 голды стоит за ракет. Сколько? Короче, Войд, бегаешь по КД, кидаешь... Как там, оковы по шоку, вы поняли? Он один там милик, да, сейчас? Да, один. Ну, заебись. Так, смотри, Атаха. Что будем делать? Короче, раздаем контроли. Вот, нам, мы бьем череп, потом крестик, потом квадратик. Так, надо законтролить будет, скорее всего, Вилану, потому что тут овер до хера будет хилить. Ну, типа, я сначала поконтролю Вилану, Атаха, ты... Сначала по крестику работаешь, Дима дашь по квадратику этот контроль. Мне крестик, да, шипать? Что? Крестик шипать. Ну, первый, да, потом мы с тобой свичаемся, понял? Ты в звездочку, я в крестик. Просто у меня фокус не работает, у меня, блядь, по макросу босс. Ну, фокус, короче, в крестик ты, а потом свичаемся. Ну, и все. Короче, самое главное контроль, тебя уешить тут не надо. Лужи лить не надо, потому что вы будете сбивать жабу, все такое. Лужи лить не надо, ауе лить не надо. Все, Войд, иди гриппой, череп там. Так, гриппа, череп. Тутку. Горн, дай. Да, и ага. Гриппа. Короче, спасибо. Как он только гриппает, сразу инту давай, атака, инту. Глазки перепейте и масло перемажьте. А в секунду масло, ман. У меня закончилось, типа, значит, у всех закончилось. Инту дай, Атаха. Уже, блядь, юзанул третий раз, блядь. Ну а шо он пишет, капса? Ластик, шо там? Ты тоже в ДД сейчас. Все, давай, гриппы. Сразу геру заливаем череп. Контроли. Палочку. 26. Давай. 26. Пошли. Залагало. Контроли раздаем. Фир, дай фир. Залагало, Олег. Вар, дай фир. Вар, фир, да? Дал. Бегите от шокола. Диспель тебе открыть меня. Имун. Крест, липа, диспел. От шокола. Бегите от вара. Беги. Пуржи. А почему у нас нузл не пуржится, Дима? Все, падай. Все, пизды получили. Такое чувство, как будто бы никто никого не законтролил, даже не попытался. А так всегда. Нет, я шипнул. Шипнул, потом слетел с нее шип, потом еще раз шипнул, но уже иммун был на четвертый. Третий раз там доли секунды, в общем, кто газ бить. Ну там три кастера, типа, оно больно. У них там все дали. В начале боя у меня, блядь, ну, блядь, секунд 5 нахуй, все скиллы прокрутили. Ты хилбот двигал? Я? Да. Не. Один вариант вуду, есть. У меня не хилбот, у меня вуду. У меня заблочен он. Я не могу. Ты как, а что, 3-2 и пиздец, все скиллы начали крутиться. Давай, это самое. Один вариант. Мамонт есть. Поставьте мамонта он ему на улице. Лок косноязычие кидал? Лок. Что еще раз? Косноязычие проклятие кидал? Косноязычие нет. Вот вытаскиваю на панель. Ну, на кастера, типа. Она есть. Кастеры, больно. Обязательно, она всегда. Да, еще одну банку. У меня тут две были. Есть еще? Все, кто... Мамонт на улице, чинитесь кому надо, чтобы по 3000 раз не выбегали. Серега, подожди. И поддерживаю. Кто там вышел?
Спасибо. Ретрик только. Банк, у меня 26к, блядь, армор. Ну, зато тут хант, кстати, есть. Да похер на этого ханта, там опять этот мах конченый с локом, как они меня хумарят, они больше всего в ВВК дымажат с хантом. Ну смотри, ну короче, Слим, ты садишься на бревно, уже там минус один хил, это легче. И раздаем контроль. Тут ты шаман, типа, собаку можешь кинуть этот, ну не собака, а в кошку, усыпление же, Валёк. О, Алиса. В пета. Ну да, в пета. Ага, животное, да. Блять. Должно работать. Взлома не работало. Пошли налево пошли. Сейчас я. Керрик слева. Бой, ты тоже, ты же грипаешь к нам. Думаешь, опять вся толпа будет на нас? Ну, или ладно, иди с правой стороны, начнешь мы сами. А мне с вами летит. Зольда, ты хилишь Вайдаш, ну и нас. Я крест также шипаю. Да, да. Да просто я... раздавайте контроли. Видишь, бегать не контроли. Все, иди, начинай, лужу, видишь? Как только он пойдет, сразу идем. Давай, все, пошли. Дымаш. Я, блядь, не могу, я достаю всех. Давайте, Геру, Дим. В контроле, крестик не в контроле. Почему крестик не в контроле, овцу диспо? Так, все, сейчас смотри, контролишь... эту звездочку. У меня, блядь, ебать, три моба. Атаха, звездочку контроль, я крестик. Пацаны меня ебут со всех сторон. Бабл прожми, что? КД с прошлого пула еще, пацаны, блядь, не могу. Фир. Давайте, диспел. Таргет, диспел. Дима. Либо тут хилить надо, ДЦ не может хилить. Ну пизда, мне, блядь, два кастера ебут, нахуй. Локи шо... У меня иммун. Иммун на шип... на шип... Типа тут прохиливать надо много. Ну блин. Ладно, почти получилось. Если бы продиспелили, мы бы убили его. А так там 4 ходки висело. Собака заебала эта, локовская. Бля, ладно, микрофон включу, я заебался молчать. Я один что ли пуржу или чё? А кто у нас ещё пуржить? Я у тебя спросил это 15 минут назад, блять. Кто еще пуржить будет? Тут хилить надо, понимаешь? Крест не может диспелить. Ну, да, и постоянно иммун срабатывает на ебучую эту лягушку, блять. У него невосприимчивость вылетает. Ну, если ты на бревно кидал, то да. Нет, я же не долбоёб. Я крестик с квадратом пытался кинуть на них лягуху, невосприимчивость. Тотем там став, типа, очко вот это, понял, земли. Чтоб корни кидал, замедлял, рыбу поставил. Типа, на много контроля, много. Пуржить надо. Атака, так очко ставить вот. Или этот ставить? Очко на очищение. Что ты говоришь? На замедление, чтоб корни кидало там. Окей. Я по КД этот шипал. Крест. Там диминишинг. Ну диминишинг, да, на четвертый раз уже все иммун. Да. О, миликов нету. Ну тут я могу грипать ханта. Здесь тут миликов. Маг и хант. И ШП, блядь. Чисто тут локовское проклятие сыграет. И кик костов. Шотает лок, я помню, и маг. Ну, лока нету. Чисто могу кикать. Если вар будет чередовать кики с шаманом, то маг никого не шотит. Олег, мут на микрофоне, если что. Пошли налево, что вы стоите? Череп же слева. Войт, а ты справа. А там миликов нету, думаешь, есть смысл? А, ну да. Или, не, ну я могу... Тогда грипнешь к нам череп. Ага. А там я кикаю тоже. Сейчас. Грипп, иди грипп. Геру, Дима, не забывай.
Может... Даха, ты тоже можешь, если что, пусть. Пусть мы можем вас сокрудать. Да нет, сейчас не нас. Контроли пораздавали. Фир, дай. О, да. Давай, 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 давай. Дымаж, дымаж. Контроль. Ну все. Пуш, пуш. Блять, зубы бабл, все. Ну иммун у него уже, я хуй знает, что у сделать. У другого, значит, хуже. Ну три раза дал одного, пошел по второму играть. Что, первый раз или что? Я вон стою себе, фиряю. Ой, вихряю, кого хочу. Одного завихрил. Кот за обзор там бегает, заберите кота с приста, ёпта. На мне вихрь есть еще. У меня что-то, у меня маг и аркан ебанул. Все, что можно, я типа пуржу с них, там, типа, геры, блядь, бидом, а еще что. Это жесткий ПВП замах. Почему у них вечно дропается этот хант смага? Я не понимаю, у них просто. Лучше бы мне дали ДК. Вара туда и рейд, все идеально, просто они нихера не дымажат и их легко контролить. Но нет, у них просто дропается кастер и сердце еще с ними сделаешь. Еще и сова, на которой вообще кроме вихря контроль никто не проходит. Даже гореть начинает. Нормально сдропнуть чупан. Запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих... Что-то Мэнза еще живая, гильдия? Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Или... Или нет? Честью. Не упоминай имя Суи. Что, распалит? Герои, во имя вашего короля. Аура. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Ну, получается, наныл. Рогу забираешь, контролишь рогу окованным ПКД. И шабат там, если что, шабат там этот, милик. Вот крестик просто. Лок на бревне. Друлька. Друлька, лапка. Мок на бревне. Ну, виланы опять. Ну, типа, виланы хпс, но... Ты сразу рассчитываешь, что ты шабада будешь вихрь с корнями кидать? Да я знаю. Я кидаю. Я по всем кидаю. Все. Рипаешь череп. А, нет, иди налево. Ой, наоборот, ты направо, мы налево. Все, иди начинай. Первого, когда ты начал, все к нам подошли. Тролли пораздавали. Фиры там, фиры, всякую эту чепуху. И погнали, и погнали. Троги, СПЛ, бегите. Там три дотки. Бегите от Роги, к вам прям. Контроли пораздавали. Давайте, меня... давайте, да, газки. У меня бабл КД. Что я? Лежи. Диспел. Это лучшие представители Орды. Надо подождать. Слишком далеко. Не достаю. Слишком далеко. Не, ребят, вы если тоже диспелить не будете, у вас Зольда умер за секунду, а я 9 секунд в лягушке пробегал. И меня так никто и не диспельнул. Ну там разные ситуации бывают. Может того, кто диспелит, тоже фиркин или какой-то контроль. Ну я же вижу, что никакого контроля не было. Вынеси себе сокрушительный бросок, пожалуйста, на панель. Глыба, блядь, 9 секунд была на маге.
Залагало? Опять что за фриз, ёпта. Короче, единственный вариант, типа, это, ну, как мы всегда ходили, вот на этой неделе три десятки я принес. Это на противоположной стороне, далеко от них, через комнату стоять. Я иду с паладином туда, кто на мне остается, те на мне остаются. И, типа, кто-то один подбегает, там, паладин какой-то. Кто-то на него сагрится, и он сразу бежит к рейду. Там один, два тела. И кто придет, того и будет бить. Ну, других вариантов я не знаю. Типа, надо разделять их по-любому. С толпу на толпу и хуй убьешь. ДПС не тот. Можете классы у нас чинить. На цирке, помню, маг разделял толпу. А она оставалась, ну, там, левая или правая сторона. Ладно, идите сюда, к сове. Он сюда в угол, встаньте. Встаньте сюда в угол, стойте тут. Уберите там тотем и все. Дай им тут. Ольга, не дай бог, дай СС позови. Ну что, я за секунду сдохну. Что я могу сделать? Бабу жми, жми бабу. КД, вы быстро мы так заходим. Бобчик, что? Бобчик я был давший, подожди, пока мы обладали. Ну иди с этим на максимум частицы хилишь танка. О, в угол встаньте все. Иди начинай. Стоим и ждем. Кто-то сейчас к нам первый пойдет, я скажу. Крестик, а? Играем в крестик. Блядь, а чё ты так далеко, сука? Так, Тирия, контроль. Атаха, Тирия, контроль. Жорство, пизда. Атаха! Спел, Тарь. Жорство, пизда. Что падаем, стоим опять. Вот так, а кнопку Тирия сложно. Блять, мне не видно, ты понимаешь, блять, я стою в углу, нахуй. Как я тебе увижу их фреймы, блять, по ХП мне тоже неудобно было клацать, блять. Встаешь в угол, разворачиваешь персонажа лицом в круг и убираешь из угла камеру так, чтобы ты видел арену с левой стороны на вход, в котором ты стоял. Я вот сейчас так стоял, обзор всей комнаты, пол арены видно. Если я что. Стоял так, я тебе говорю, когда он начал кричать мне, возьми этого хуесоса, типа, за контроль. Ну, не видно было его, он еще не добежал до половины. Я потом развернул камеру по хп-бару, блядь, думаю, сейчас выберу, и хуй. Он еще, типа, далеко был. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Рывки тоже варовские используют, как сбивание коста можно. Тут чисто ПВП, чисто хуярить, как пионерам надо. По имя вашего короля. Это было лишь проба. Три паладиновских стана есть. У них КД, конечно, большое, но все-таки они есть. Три покаяния. Вот на вас идет толпа, да? Покаяние можно распределить. Хоть он 10, ну 8 секунд постоит, но постоит. Эти секунды нужны. Все, давайте в угол, что вы там стоите? Давайте, или что вы там бафаете? Иди начинай. В угол. Корн, крикни. Угу. Давай, 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 быстрее, иди начинай, что ты стоишь? Смотрим, кто сейчас будет бежать. Они все на тебе, ну просто. Ну хули, я не знаю, что делать, типа хилить, я хуй знаю. Потому что я сейчас сдох. Да блять, а хуй это за хил. Я хз, шо
Они не агрятся. Ну смотри, я стою костую, они не агрятся. Ну вообще пофиг. Идите бейте череп, что делать. Что-то делаете, ну? Да, идите череп. Куда надо? Беги, беги от тири. Сазольда там сразу откинулся, типа. Сколько он тебя убил? За 0-5. Они быстро убивают, они же свечиваются, помогают. У меня бревно, гнев кастанул, ледяная стрела. Я вижу. Там пизда нах. Ты ж должен отходить на маг частицу, а не стоять рядом с нами. Да я вот не мог идти, его ебашил всей толпой, если я начну идти, он по-любому будет. Ну вот ретрики лужу видишь, блять, я накидываю только шип, избивается шип. Ты шо, они сейчас все равно не побежат. Нам должен был кто-то побежать и не побежать. Нет, вот мы сейчас стояли, я также попробуем одного, и просто с двумя танками. Чтобы так же, вот один танк сейчас просто да, будет так же, потом проводить. Зачем? Зачем? А нормально будет. Танк-то не работает. Этот самый паладин сейчас спекнется, он оденет просто щит, меньше брони на нем будет, на нем вся хуйня будет висеть, половина этой пачки. А я грипну спокойно, и буду косты сбивать. Свечница. Ну свечница, один хуй свечница, типа тут без вариантов. Они побегут на нас. Зато я грипну спокойно, буду косты сбивать, сало кидать на всяких кастеров. Минус ДПС. Ну спекайся, давай так. Ну авариков-то нет. Ну его хилить. Но он может и вот хэпал, если будет его хилить, ты нахэпал, если что, боб можешь дать, каплю можешь дать. И паладин свой бабл с каплей может хилить на... Ну, блядь, боб по капле, это 2 минуты... Ой, не капля, боб и диван. Что... Диван, блядь, бабл за 2 минуты КД все равно будет там сдерживать. Спекай, Шаласик, спекай. Раз за разом бросать эту всю хуйню. Так я бы сам по себе это все мог выкинуть. Ну каплю хотя бы. Ну каплю, да. И Марсакра будет. Что там? Опять этот ханус. Когда вот это дерево, это хороший сетап, то есть минус хил сразу его контролит лок. Лока нужно не проебать. Да, только там виланы, если че. Блять, там 3 милика. Вот Шаббат, как раз... там 3 милика, вот этот хорошо. Вот протопал как вот раз. Это этот... хорошо. Их заберет. Кого-то. Алису как раз вот отсюда от ворот грипну. Зерганем. Короче, тут на сейчас их замедлять будут, как я не знаю. Все, иди ластик налево. Мы направо. Так как Горн, дай. Да он тут будет. Ластик, ты где? Иди налево. Пойдешь первый, начнешь. Да, в натуре. Покаяние раздайте, паладин, если у вас есть. Вот они просто бегут, кидаешь покаяние и все. Первый, кто будет бежать, кто начинает. Ну блин. Все, иди начинай. Иди начинай. Вилана. Стой, Войт, не ты. Ластик идет. А ты потом грипаешь. Давай, грипни. Так резко в ту. Играем по черепу. Оковы закидывай, Дима. Милики бегаем. Ставим череп, играем. Бревно баньте. Они все в одной куче. Массакру, да? И посреду вообще. Ну типа тут таунты не работают, как в этом ключе. Да, таунты вообще не работают, кстати. Надо было тебя щилд серый. Я знаю, тут таунты не работают. Тебе надо было щилд. Было мало. Тогда на тебя побежали бы сами. Да, щит надо менять по-любому. Серенький какой-нибудь спер. Ну мы почти убили, нормально. А чё у них, блядь, это достать на них? Ну, 20% осталось. Все падает. Ты сделай. Тебе надо сделать цифру брони, чтобы она у тебя была меньше, чем у Холипава. И все. Все эти пидоры будут на тебе. Слышишь, протопан? Тун-тун-тун-тун. Как это сделать, блядь? Чел, щит купи какой-то. Возьми щит. Кто-то вот идите к вендору, какой-то там в городах стоит. Возьми щит. Серый, зеленый, бог. 200 брони. И все, они все на тебе будут. Полипал тебя будет спокойно хилить. Это лучшие представители Орды. Сейчас бабл КД.
Да, фласки заканчиваются. И вроде. Поставьте, у меня закончился. Наверное, найдешь щит или что, лететь только пать. У меня найдется все, что вам надо. Ластик, сколько тебе армора сейчас? 29. Бляха, у меня 20-ка только. Ну вот, щит снимет, нормально будет. Где ты видел щит? Да. О. Ты знаешь, вот есть города, столицы, там есть учитель кузнечного дела, вот этой всей хуйни, там рядом продают щиты. Да на аукционе пускай просто купит зеленый щит на... Или на аукционе, да хоть где. 50 броней, все. На 13 левел, никаких проблем, там даже серые и белые продаются щиты на аукционе. Ну это специально для чемпионов продают. Поставь, когда лавится мы. Я еще не добежал до усона. А. Че, у тебя обжорство хэприс есть? Нет. Хэприсы не нужны. А у тебя эрдру есть еще? Есть эрдру. Че, охуенно тебе? Ну, так. Средник. 241-й, что ли, что-то такое. Так это не средненько, это охуенно. Эй. Эрдру не тяжело одеть из-за Т9 апнутого. Я просто забыл поезд затрансмотить. Какие нечего. Блядь, че забагался это аукцион дебильный. Сейчас я... Что, часто прокают вот это слезы Тринька за шары? Кастерская, что ли? Нахлепали.